Я хочу перейти к основному своему докладу. Он будет состоять из двух частей. Немножко небольшой обзор бизнес-трендов на следующий год. Это все информация, та, которая, собственно, аккумулируется и предоставляется нашей компании, опираясь на, собственно, наши подразделения, которые, собственно, непосредственно занимаются продажей, продвижением, реализацией программных продуктов. Что надо сделать? О. Так. Итак, у нас есть опыт в нескольких бизнес-направлениях. Собственно, про них мы и будем говорить. Мы не будем говорить про то, что мы не знаем, мы будем говорить про то, что реально, с чем мы работаем. Это, прежде всего, финансы, это travel, это здравоохранение, медиа, ритейл. Собственно, этот год не сильно, не кардинально отличается, следующий год не кардинально будет отличаться в плане трендов, но существует определенная специфика, про которую можно сказать, на которую можно обратить внимание, и к которой можно просто подготовиться. Итак, то, что касается финансов и банковской сферы. Ну, наверное, прежде всего, трендом следующего года это будут моменты открытия многих IP для взаимодействия между финансовыми сервисами. К этому давно уже шли многие компании. Этот тренд не новый, этот тренд постоянно развивается. Но только сейчас, к настоящему моменту, технологический уровень и прежде всего в сфере криптозащиты позволил действительно эффективно развивать, скажем так, этот тренд. Про что речь? Собственно, речь про то, что многие банковские учреждения, многие хедж-фонды, многие финансовые сервисы предоставляют другим финансовым сервисам или страховым сервисам прямой доступ, ну, формально прямой доступ к аккаунтам его пользователей. Понятно, что это мы не обсуждаем технологически, как это осуществляется. Мы говорим просто теоретически о самой возможности этих реализаций. Соответственно, это дает очень много возможностей. Все это понимают, все это оценивают, и все на это, ну, как правило, соглашаются. Соответственно, следующим трендом, который в этой сфере перспективен, это, конечно, криптовалюта. У меня свое специфическое мнение по поводу криптовалюты, но я понимаю, что рано или поздно бизнес криптовалют приобретет действительно полностью цивилизованный характер. Сейчас это выглядит немножко хаотичным элементом, но, скажем так, очень многие финансовые бизнесы на это обращают внимание. И создаются дополнительные сервисы, они будут создаваться, как то, например, и обмен цифровых валют между собой, и контракты на дивиденды, и небиржевая торговля, собственно, то, на что, скажем так, как эмитенты, так и пользователи криптовалют очень часто обращают внимание. Ну, соответственно, блокчейн. Блокчейн – это вообще такой тренд, который буквально только год назад, может полтора, мы про него говорили как близкую перспективу, и то, насколько быстро он вошел реально в наши технологические пулы, это просто удивляет. Я думаю, следующий год не будет исключением. Даже больше того, многие компании сейчас ищут непосредственно специалистов в блокчейне, соответственно, они их не находят. Но однозначно востребованность и технологических разработок в этой связи будет очень сильно увеличиваться, и очень большое количество специалистов в следующем году будет работать именно в этой сфере. Ну и кибербезопасность – это неотъемлемая часть. Сейчас я должен сказать,
действительно уровень понимания для большинства бизнесов о значимости вопросов безопасности, именно на уровне кибербезопасности, действительно заслуживает внимания. Но, скажем так, только в прошлом году, например, в нашей компании вообще появилась как таковая вакансия отдельного специалиста, связанных с киберсекьюрити. До этого, да, про это знали, с этим работали, но востребованность даже со стороны крупных компаний для этой сферы была очень поверхностной. Сейчас выделяют отдельные сектора, выделяют отдельные направления большинства, прежде всего, финансовых компаний для того, чтобы с этим начинали работать. Travel – это наше любимое направление, так как если финансы связаны с работой, то travel всегда связан с отдыхом, да? Поэтому всем нравится работать в travel, там и картинки красивые, там и облачная перспектива того, что раз ты разрабатываешь продукт, а Багамах, значит, ты вроде бы там уже и побывал. В travel, конечно, много трендов будет развиваться. Один из наиболее интересных – это ориентация бизнесов на так называемое самообслуживание. Очень много молодых, активных людей хотят самостоятельно организовывать свой бизнес, без минуя всякие компании, агентства и, собственно, самому определяя, куда он поедет, как он поедет. Это касается там и бронирования, и авиабилетов, и так далее, и тому подобное. То есть большинство, очень многие компании, скажем, уже начали работу по созданию таких сервисов. Это именно сервисы, когда, собственно, человеку не надо общаться ни с менеджерами компании, не с какими-то людьми, а он, благодаря этим сервисам, абсолютно сам планирует свое путешествие. В этом направлении действительно наблюдается тренд, потому что этим очень многие сейчас заинтересовались и начали развивать. Голосовое сопровождение – это не удивительная вещь, это то, что было уже очень давно, но почему-то именно в последние годы, опять же, может именно потому, что люди любят сами организовывать свой отдых и самостоятельно определять, куда и зачем они пойдут на отдыхе. Вот голосовое сопровождение для многих там исторических достопримечательностей, для многих туристических маршрутов разрабатывается очень активно. Тоже многие компании это поняли, очень многие в это вкладывают отдельные деньги. Автоматизация. Ну, про это мы говорили и в прошлом году, собственно, речь про роботизацию скорее, потому что все больше офисов, все больше отелей начали привлекать роботов для выполнения элементарных вещей, которые повторяются и в которых человеческий труд начинает стоить гораздо выше, чем создание и поддержание робота. И, опять же, кибербезопасность в этой связи, ничего нового, в этой сфере она тоже наиболее будет востребована. Healthcare, что здесь можно сказать? Очень много дополнительных трендов появилось, но некоторые из них, я должен сказать, обрели вполне реальные формы. Как то использование искусственного интеллекта не просто на теоретическом уровне, а на уровне уже внедрения в основные производственные процессы. Например, многие фармацевтические компании реально со следующего года свой процесс включают использование, собственно, искусственного интеллекта для процесса создания там, препаратов, анализа, разработки новых препаратов. Это действительно уже не может не радовать, не может не удивлять. Второй тренд, который тоже очень интересен и, я считаю, достаточно успешным будет, это телемедицина. То, чему, собственно, идет весь мир, это понятно, сильное увеличение количества пациентов, при этом уменьшение
количество докторов, которые могут этих пациентов обслуживать. И в этом связи телемедицина может очень сильно помочь. Первый этап – это использование искусственного интеллекта на пути первоначального опроса, как-то задать элементарные вопросы и сориентировать, к какому же специалисту вообще необходимо человеку пойти, как-то и анализ и выявление, собственно, симптомов по очень большому объему данных, которые, в принципе, по согласованию многих здравоохранительных учреждений на анонимной основе являются открытыми. То есть вот сейчас мир уже пришел к такому моменту, когда база вот этих медицинских данных достаточно большая. И уже используя средства там, искусственного интеллекта и машинного обучения, можно, есть чем работать. Большой есть бэкграунд, есть большое, скажем так, уже большая аналитическая структура. Я думаю, за этим будущим, причем за этим будущим не просто там какое-то абстрактное дальнее, а даже ближайшее будущее нашей страны, это то, на что необходимо обратить внимание, что очень сильно может помочь действительно в нашей повседневной жизни. Медиа. Ну, медиа, развлечения, это наше тоже любимое, как и travel, да, часть. Мы любим, мы знаем, мы постоянно каждый день этим пользуемся. Ну, первое, про что тренд, который хотелось бы сказать, это когда сценарии для телепрограмм, телепередач, фильмов создаются самими зрителями. Как вот один из примеров, это Netflix в прошлом году представил сериал «Черное зеркало», где, собственно, был, сценарий которого создается при участии его зрителей. Понятно, это за этим будущее, потому что медиа прежде всего работает на зрителя и будет показывать то, что хочет зритель. Поэтому не особая проблема создавать и советоваться со зрителем, как это делать. Технологически мир уже готов для этого. Дальше все вопрос техники. Спорт. В сфере спорта, конечно, тоже очень много нововведений, начиная от там, гейминга в плане ставок на матчи, на игру, и заканчивая всевозможными VR-средствами, девайсами для спортивной формы, всякие сервисы для болельщиков, когда они смогут наблюдать там, за своей игрой от, с места там, арбитра или с места игрока и так далее и тому подобное. Технологически мы к этому готовы, дальше вопрос техники. Вопрос следующего очень, который быстро развивается, это технология распознавания музыки. Этот тренд связан, и от этого тренда очень сильно будет зависеть правовое поле интеллектуальных продуктов. Все понимают и все знают, да, что уже сейчас многие сервисы, как тот же YouTube, Instagram, блокируют, не дают вам использовать, например, музыку для своих каких-то роликов, если вы не используете эти ролики только на бесплатной основе. Собственно, здесь вопрос технологический распознавания музыки. Вот насколько уровень этого распознавания будет расти, настолько, собственно, этот рынок будет действительно развиваться, в том числе и на правовом поле. Ну и наверняка появятся новые формы, собственно, сохранения, это и VR, всевозможные форматы записи и так далее. Понятно, что с появлением новых девайсов, новых средств это будет только развиваться. В плане ритейла и дистрибьюции, что хотелось бы сказать? Ну, здесь, скорее, наверное, то, с чем мы работаем уже сейчас, и то, с чем работает большинство
магазинах, это многопотоковость, многоканальность, собственно, продаж. Все мы знаем, что большинство магазинов сейчас пытается реализовать свою продукцию абсолютно с разных источников, и интернет, и физические продажи, и какие-то телефонные продажи. И здесь ничего не изменится, но тренды многопотоковости будут сохраняться еще очень долго, я думаю, всегда. То есть с появлением новых каких-то каналов никто не будет отказываться прямо сразу от старых каналов, потому что даже небольшие продажи из рук в руки все равно будут приносить деньги. Голосовые помощники. Это, кстати, удивительный тренд, который, казалось бы, должен был быть перед там, системами распознавания изображений. Потому что мы очень давно знаем, да, что многие ритейл используют для классификации, для идентификации продуктов, там, распознавания внешнего вида продукта. Но то, что реально гораздо проще и эффективнее работает, когда менеджер подойдет и голосом продиктует, что это за продукт, на самом деле так и получается. То есть и сейчас в этой сфере большинство компаний обращают внимание именно на распознавание голоса, нежели на распознавание самого внешнего вида этого объекта. Персонализация, ну, собственно, да, мы, каждый из нас для, собственно, дистрибьюторов, для продавцов являемся клиентом потенциальным, и в этой связи нас точно так же будут доставать и в следующем году, или попытки спама, попытки продать ненужные нам вещи, попытки идентифицировать нас и понять наши интересы, чистоту наших приобретений и так далее и тому подобное. Ну, наверное, то, что касается бизнес-направлений, на этом можно закончить. И я плавно перейду к рынку труда IT-специалистов непосредственно в нашем регионе, непосредственно в нашем городе. Начнем мы с того, что вот здесь есть определенные цифры. Это по версии ДОУ. Количество изменения, количество IT-специалистов в целом по Украине. На сегодняшний момент цифра это 156 тысяч специалистов. На самом деле, вот буквально на днях я читал еще несколько обзоров, эта цифра доходит до 180 тысяч, по другим оценкам, по другим. Это очень хорошо, и самое главное, мы можем видеть тренд. Да? Была просадка только в 2014 году, объективная ситуация. Сейчас происходит только рост. На настоящий момент весь сервисный, как так сказать, сегмент IT-рынка Украины оценивается приблизительно 4,5 миллиарда. Для сравнения, Китай это порядка 60 миллиардов, а Индия это порядка 111 миллиардов. То есть нам есть куда расти, это однозначно. Но при этом, если оценивать тот же объем с ближайшими нашими странами региона, как то Польша, Румыния, то, конечно, у нас он выше как минимум в два раза. То есть, в целом, по Украине однозначно наблюдается очень активный рост, он даже не линейный, и, я думаю, тренд на рост IT-специалистов в следующем году будет абсолютно положительным. Что касается направлений и технологий, которые были в этом году, в прошлом году востребованы. Опять же, это по версии ДУ, это анализ тех вакансий, которые компании выкладывали для поиска специалистов. Очень, нет, неудивительно, я скажу, востребованность фронтенда действительно наблюдается абсолютно во многих областях. И востребованность специалиста, к сожалению, тоже не покрывается ни локальными рынками, ни внешними.
На втором месте идут QA-специалисты. Это не может не радовать, потому что, наконец-то, продукты, многие компании начали более серьезно подходить к этому вопросу. И это абсолютно нормально, даже в процентном соотношении. Дальше PHP. Ну, для меня это удивительный факт. Я не знаю почему. И собственно, у меня есть предположение, именно тот факт, что PHP был очень непопулярный, и в предыдущие годы просто большинство PHP-шников переквалифицировало. И сейчас при даже небольшом спросе на эту квалификацию этих специалистов просто не стало, как таковых, которые занимались только PHP. Может, поэтому мы не должны эти цифры воспринимать прямолинейно и буквально. Скорее всего, это нам может показать тенденцию, но не это не статистика. .NET. Как всегда, очень устойчив. .NET и Java, и никаких предпосылок того, что что-то изменится в худшую сторону или куда-то вообще, я не вижу. То есть .NET будет востребован, Java будет востребована, это точно. DevOps. Вот здесь тоже есть проблема. Потому что фактически еще в прошлом году DevOps вообще не было в списке 10 наиболее востребованных технологий. Сейчас DevOps, это проблема, я имею в виду на рынке труда. Потому что чем это связано? С тем, что люди, которые могли работать в DevOps, уже работают в других квалификациях. Или ростом, очень большим ростом потребностей, я не могу прямо сейчас сказать. Скорее всего, это и то, и другое. Но однозначно тем ребятам, кому интересна, грубо говоря, техническая сторона, кому интересно ковыряться, разбираться с серверами, с продакшеном, это очень интересная сфера, и она сейчас востребована. И, скорее всего, она будет востребована в следующем году точно так же. Дальше, понятно, PM, дизайнеры – это вечные проблемы, и, скорее всего, здесь ничего не изменится. И это не изменение тренда, это только его подтверждение. Python, да, Python стал более популярный. Скорее всего, спрос будет устойчивым, но не будет как-то катастрофически расти. Еще одно открытие – это бизнес-аналисты. Фактически, востребованность в них очень сильно возросла. Их выделили из пула QA, потому что раньше они как раз были в общем составе. И сейчас действительно на этом наблюдается определенный тренд. Ну, дальше про Node.js надо говорить отдельно, потому что это востребованность очень большая в Node.js, и хорошо это или плохо я сейчас не скажу, но это цифры, это факт. Про C++ даже не буду ничего говорить. То же самое про мобильщики. Сложно сейчас понять, что будет в следующем году. Мне кажется, будет падать тренд, и что C++, что мобильщиков. Потребности все меньше. Ну, все остальное это начало, но не основополагающие элементы. Вот статистика по изменению количества специалистов нашей компании, собственно, за прошлый год. Мы немножко в прошлом году выросли не очень сильно, но при этом на первое место у нас по росту вышли QA-подразделения, количество их специалистов. Соответственно, .NET на втором месте по количественному и процентному соотношению сильнее, очень сильно выросла Java. Это очевидно, спрос у них есть. JS в общем тренде, автоматизация в общем тренде не уменьшилась, и сильное сокращение мобильщиков, рост бизнес-аналитиков, ну, спешки приблизительно все одинаково, Python и DevOps тоже выросли. То есть это реальные цифры, то, что
фактически нужно непосредственно нашей компании. Это не значит, что везде точно так же, я это понимаю, но реально ситуация у нас складывалась именно так. Что представляет собой наш локальный рынок? Ну, прошлый год показал не очень позитивные тренды роста нашего рынка. К сожалению, количество специалистов, которые выпускают два вуза Херсона, это в IT-сфере, это всего 160 человек. Приблизительно. Все цифры приблизительные, но основаны на опросах, поэтому погрешность есть, но им можно верить. При этом непосредственно в индустрию из этих 160 человек зашло всего 50 человек. При этом количество специалистов, которые фактически переехали в другие города, вот это самое последнее, составило 30 человек. Для Херсона это ненормальная ситуация. То есть мы смеялись с коллегами, что нам нужно немного, 100 лет, чтобы дойти до уровня, чтобы наш уровень нашего IT-рынка труда был соизмерим с большими, с крупными городами. Ситуация действительно не очень хорошая, и я в этом отношении надеюсь на непосредственно работу Александра Владимировича по улучшению, увеличению количества IT-специальностей в херсонских вузах и улучшению качества подготовки действительно специалистов, которые действительно будут востребованы, которые смогут непосредственно войти в компании херсонские. Плюсы и минусы херсонского рынка, о них вы многие наверняка знаете. Ну, первое, это плюсы. Хорошее соотношение зарплат и стоимости жизни. Не секрет, Херсон не очень дорогой город, поэтому здесь все понятно. Херсон имеет хорошее местоположение, мы очень любим лето, мы очень любим море, мы не любим зиму, но зиму мы как-то работаем, да. Дальше это стимул для компании здесь открывать офисы, это невысокие рейты, в принципе, это все понятно, основная деятельность компании на это опирается, и здесь никаких секретов тоже нет. Ну и открытие и работа нашего международного аэропорта реально помогает нам в бизнесе, как любому бизнесу. Ну, есть и минусы, это прежде всего ограниченность нашего IT-рынка, прежде всего IT-рынка специалистов. Второе, это, наверное, отсутствие эффективного рынка труда, что многие ребята, которые, устают через определенное время в какой-то компании и хотели бы поменять место работы, как правило, вынуждены уезжать из города. Потому что количество компаний у нас, к сожалению, пальцы двух рук, ни одной. Но это очень мало, сравнивая с теми же ближайшими нашими соседями, как Николаев, уже не говорю про Одессу, Днепр, это действительно очень мало. Количество выпускников технических специальностей также не дает нам очень быстро расти в этой связи. И другие вопросы, как то отсутствие современных офисов, как вообще не очень благоприятный бизнес-климат на херсонском рынке. Но это не важно. По большому счету, любой бизнес, он делается вокруг людей. И до тех пор, пока у нас будут такие замечательные специалисты, коллеги, которые действительно будут развивать свои компании в нашем городе, я надеюсь, что будут приходить новые компании, которым будет интересен наш регион. Я полный патриот Херсона. Я действительно всех призываю способствовать на объединение нашего IT-комьюнити в городе. И надеюсь, что через 5 лет количество компаний и количество IT-специалистов действительно нас очень хорошо удивят. Спасибо за внимание. У меня все.